Последние новости. Хоккеист Washington Capitals Александр Овечкин отметил, что в эпизоде с победной шайбой в ворота Pittsburgh Penguins ему просто повезло, потому что он не выключился из игры после попадания в штангу. Третья встреча серии 1-4 финала Кубка Стэнли прошла во вторник на льду пингвинов и завершилась со счетом 4-3 в пользу гостей. Овечкин забросил решающую шайбу на 59-й минуте и по итогам дня был признан третьей звездой в НХЛ. Как сказал сам Александр Овечкин: «Я попал в штангу, и хорошо, что я не поднял руки, а закончил эпизод, и мне повезло. Это важнейший гол для нашей команды. Мы хотели победить сегодня, и мы сделали это. Неважно как, неважно кто забил. Мы отдали все, мы упорно боролись, и нам нужно продолжать делать это в следующих матчах». Поздравляем Александра Овечкина. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. До новых встреч.